Всем привет! Мы продолжаем проходить Half-Life. Я надеюсь, что сегодня мы доберемся... Что ты там делаешь? Что сегодня мы доберемся до цитадели, где сидит Илай. Но сначала нам надо встретиться где-то по пути с товарищем Барни. А для этого попасть куда-то туда. Я помню, что я не смог в прошлой части... Твою... Да ты прикалываешься. Так, похоже, это надолго. Давайте посмотрим, что мне из этого выйдет. Раз. Сразу туда. Аккуратненько. Запрыгни. Спасибо. Тихо, что ты так дрифтишь, дико? Ну-ка, если вот так... Вот так. О, легла. И что дальше? Надо вот эту еще прихватить заодно. А это мне вообще просто по жизни надо. Твою. А, все нормально. Только она уплыла. Вернись. Вылезет кто-нибудь? Нет, ну и хорошо. Блин, фонарик быстро жрется. И раз. Тихо. Один. Хорошо. Ну, мы знаем, опыт такого вот у нас есть. Хотя по воде это, конечно, жестко. Тихо. Да нам вот сюда куда-то, наверное. Не булькай мне тут, я и так нервничаю. Блин, они еще болтаются и удрать от меня пытаются. Но пока что все идет гладенько. Может быть, мы даже доберемся туда со второй попытки всего лишь. А где вторая? Бля. Йо, со всех сторон лезу. Не, ну у меня патронов много, мне не страшно. А чё дальше? Туда дальше? Да? Так, знаете что? Давайте я сохранюсь и попробую пропрыгать просто так. Без этих помогательных. Хотя, походу, они все-таки пригодятся. Одной хватит, надеюсь. Мы ее положим как-нибудь. Вот тут. Тихо, давай. Нормально, живой. Так. Но мне ведь не хватит одной, да, я уже упрыгал оттуда. Если мы сделаем вот так, то ничего не изменится. А что, можно притянуть в круге? Не, ну на бочку я не смогу встать. Хотя, может быть, ей можно будет как-то оттолкнуться. Да. И раз. Нет. А если вот так? О, давай-ка попробуем поплавать на этой штуке. А так, если с краешку прыгнула, куда-нибудь поплывет, она поплывет в обратную сторону. Отлично. Давай-ка немного посерфим. Тихо, Гордон. Тихо. Так. И дальше. Нормально, уплываем. Я поплыл. Сейчас кажется, что мне не сюда. А, мне вот туда наверх, понял. Ага.
Хотя, вот так ведь проще. Стопудово тут сейчас будут какие-нибудь хэдкрабы. И вниз. Я застрял? Нет, не застрял. Хорошо, быстро прошли. Я думал, мы здесь намного больше времени потратим. Здесь? Итак, узнаю. Пошевеливайтесь. Слышь, а по лицу? Здесь я командир. Вы, может, не услышали, потому что голоса тут тихие, а делать игру громче я не могу, потому что тогда я сам от выстрелов оглохну. Эй, все, идем за Фрименом. Закройте, я глаголю. Но он там типа сказал, что откройте, это я. Я такой открыл, а это реально он. Умеете обращаться с хэдкрабами? Блин, это шустрый! Я так угораю с этой фразы. Вот так, оп, шустрый. Отличный выстрел, бро. Чувак, все нормально? Там кто пробежал сверху? Если вы ищете, где бы затаиться, то здесь... Да ты сказал уже, отвали. Я сюда пойду, ты мне не нужен. Бежать. Откуда садят? А, вот. Давай поможем, ребят. Тихо. А чё их много так? Мне кажется, я с ними сейчас встречусь в более удобных обстоятельствах. Нет? Ну ладно. Ай, к черту. Мне за это не доплачивают. И оттуда садят. Па-па-па-па. Арбуз. Арбуз пропадает. Ладно. В конце концов, тут восстание, много странных вещей происходит. А мне сюда, да? У них там война снаружи, но я понимаю, да, я бы тоже расклеился. Ну ничего, смотрите, кто пришел. Сейчас папка успокоит ваших соседей. Я понимаю, шумные соседи. Это ты мне говорил, что тут небезопасно, да? Сейчас я тебе объясню за безопасность. Туда стреляешь? Или оттуда стреляешь? Я в обе стороны кину на всякий случай. А, нет, здесь наши. А, сюда? Нет. Что за... Тихо. Да, ему открыли, а мне нет, серьезно? Я не бесполезен, меня можно использовать как плохой пример. Спасибо. Тихо! Вот это уже не просто местная полиция, это уже вояки. И что дальше? Тут же... А, вот проходик. Привет, ребят, допустите мне мостик. Спасибо. Да отойди ты, попусти. Тут вот есть что-то. Возьми аптечку. Ладно, тебя прощаю. Пошли. Здоров, парень. Все путем, да? Ну я знаю. А, эти узенькие проходы. Фриман еще дрифтует, когда идет. Ты останавливаешься, он еще чуть-чуть идет вперед. А!
Я бы сказал, что это спереди, но тебе виднее. Да чтоб тебя. Да убейте его кто-нибудь. Аптечку дашь? Аптечку. У меня два медика в команде. Дайте аптечку. Твою. Я аж провалился. Куда-то? Чуваки, там все надо, да? Да шоп тебе. Ты сдох, нет? Блин, 60 хп. Блин, там... А, нет, это обычный. Идете, ребята? 2C это призвать отряд. Да шоп тебе. Спасибо. Да, да. И что там? О, один пришел. Еще есть кто-нибудь? О, второй пришел. Дашь аптечку? Возьми аптечку. О, хороший парень. Кто дает Фриману аптечку, тот сражается за благое дело. А кто не дает, тот не за благое. Вижу гранаты, слышу точнее. Я отсюда пришел, серьезно? То есть нельзя было сразу просто взять и открыть эту дверь, нет? Да откуда садят? А, это наш, это наш. Это тоже наш. Да снимите его кто-нибудь оттуда. Гранату? А, нет, нет. Тебе норм рядом с миной стоит? Да закройся ты уже! Иди сюда. Тут еще. Мой паучок. Лови. Что? Вот это я немного не понял. Это я на чем подорвался? Подожди ты. Так, открой мне окошко. Я ничего не вижу отсюда. Один хэдкраб? Ну ты солдат. Тихо. Никого не вижу. Увидел. Тихо там. Тут люди жалуются, что соседи громкие. Я пришел разобраться. А я разбираюсь очень прямолинейно, скажем так. Это подойдет. А, тут мина еще одна была. Я на ней подорвался. Дай-ка я ее подберу сразу. Туда же закину. Контрольный, так сказать. Есть тут что-нибудь? Проходит. Тайничок. Кто там вякает? Блин, мина. Не подходи к ней близко, пожалуйста. Вверх? Кто-то? Давай. А, ты целый один хп мне восстановить хочешь? Не, ну я как-нибудь... Блять, сам восстановлю. Тупые хэдкрабы. Успокойся ты. Он живой? Вот так, так, так. Бежать. Тоже для меня? Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Тебе тут вообще ништяк было, да? Тут хэдкрабы, это все, тебе норм. Тихо, тихо. Ой, как вас много. Тихо. Не мешай мне. Снайпер Фриман работает. Граната! Граната, и я побежал прямо на нее. Да заткнись ты там, твоя граната, да? Куда садит? Там сидит кто-то. Давай, выходи, чё как лох. Знаешь, что я делаю с такими, как ты? На, вот, подлечись. Давай, дай еще одну, на посошок. Первым пойти хочешь?
Кто-то же. Нормально. Стрейфинг. Чувак, тут твоя граната. И твою мать. У тебя инстинкт самосохранения отвалился. Вместе с каким-то органом. Это кто? Этих бить нельзя, они со мной. Тихо. Что-то мне кажется, стоит кинуть туда гранату. Мне показалось. Откуда ты тут взялся? Да еще в таком количестве. Ой. Зарядите, доктор. Зарядите? Кто сказал зарядите? Тихо. У меня аимчик в ночи немножко сдает. Но по головам пока попадаю. Не с первой попытки, конечно. Твою мать! Не, нормально. Как-то странно этот суперудар работает. То работает, то не работает. Я тебя вижу, свинья. Есть что подцепи, слушай. Во, вот это, 10 хп. Забирай. Подумай о своем здоровье. Какой ты молодец. Это сталкер? Это сталкер! Удрал. Да что ты будешь... А, это, стоп, это ж мертвый. А чё дальше? А, вот сюда. Тут и этих пострелял. Воу-воу-воу, чё такой жесткий? Хорошо, что они там друг друга тоже месят. Я могу подождать и ворваться, когда они закончат. Чё ты возишься там? Не сюда иди, у вас там движуха какая-то. На меня не отвлекаюсь. Вот это там движуха. Подвиньте-ка. Я пойду пикну. Тихо-тихо. Тебя тоже под раздачу. Чё, есть там кто живой, да? Есть же стопудово. Мое кунг-фу мощнее твоего. А? Понял. Ничего. Тут типа ты ничок должен был быть. Где он? Ничего там не ломается нигде. В стене где-то тоже нету. Да. Опа, патрончики-то на дробовичок кончаются потихонечку. Если так пойдет, мне придется автомат брать. Это мина, да? Кто в доме мину положил? Хотя нет, я лучше не буду близко подходить пока что. Гранаты, да? А, это не по мне. Все, всех завалили. Готовься гать в неизвестность, братан. Не показался ли это был голос Алекс? Но пока что я слышу, как умирает Альянс, и меня это удовлетворяет. Ух ты ж мать! Гордон, и правда ты и мать. Ты умеешь эффектно появляться. Там внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генератора.
То есть, вы поняли, пока я тут тащился по городу от лаборатории Кляйнера, она этого Кляйнера успела куда-то оттащить, ебать тут трупов, и потом еще вернуться сюда, и тут еще всех проложить. Че? Бежать. От него? Пусти, я постреляю. Нормально, нормально, разошелся. Начал попадать куда-то. Выпусти меня. Дерзкий, что ли? Патроны дай. Я знаю, у тебя они есть. А, нормально, нормально. Потихонечку восстанавливаемся. Блин, двушечки не хватило. Не знаю, что там по бокам, но мне лень. Да, настали те времена, когда Денису лень искать тайнички. Кого эту? Комнату? Тебе нам? Тебе не нужно помогать, да? Ты ее типа взяла. Сама справишься, значит. А ты про какую говорила, то, что мне брать? А, дверь, может быть? Сектор чист. Нам везет. Снаружи что на это? Площади стоит генератор. Мы стараемся отключать их, чтобы ослабить хватку Альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро, затем ударь по нему из гравит пушки. И прикрой, если понадобится. Мы хотим присоединиться к вам, доктор Фриман. О, побежали. А, тут заморовано. Что? Нормально ты забрался. Слезай оттуда. Как говорится, чем выше шкаф, тем больнее падать. Спасибо. А где мои товарищи, которые должны были делать все за меня? О! Опа! Вот так-то. Полный костюмчик. А чего добились вы? А? Чего вы добились? А что, один помер уже? Живой же был только что. Медик. Мина! У меня есть мина. В кого кидать? Блин, со всех сторон открыто. А сзади тоже попрут? Тише, тише, тише. Не стой под миной, будет тебе счастье. Ты с той стороны, да? Знаешь, я сделаю вот так, чтобы знать, что у меня есть вообще. Куда? Откуда? Вообще сверху, что ли? Бинго! Трехочковый. Там что-то есть? Ящик? А, мусорка просто. Ну, ребята. А то я же заскучаю. Ага, все увидел. Да, пропусти. Пропусти. А, и с другой стороны сейчас тоже попрут. Пау! Перебросим чуть-чуть. Все патроны так расстреляю, никуда не. Я расстреляю все патроны с этой пушки. Она не такая ценная. Кто там запрашивает поддержки с воздуха? Ты что, офигел? Не видишь, я занят. Убиваю других твоих товарищей. В смысле, не попал. Блин, попрятались черти. Это вот это генератор, да? А мне нравится эта музыка, я сяду тут. Сопротивление. Странный чел, не похож ни на кого, ни на кого из тех, кого я знаю. Вижу мину. Это что мне в лицо прилетело? И откуда главное? Отсюда кто-то?
Туда опять садят. Патрончики, ребят, патрончики. Внешний щит готов. Инфискованы. О, да? Надо долбануть из пушки. Куда? Куда? Куда долбить, Алекс? Блин, а эти все сидят в укрытии, да? А куда долбить? Где ты еще работаешь? Ребята, вы будете что-то делать, или я один должен воевать? Блин, откуда опять поперли? Ауч. Блин, еще один десантник. И там уже подходит. И все? А, понял. Нифига не все. Ладно, переползаем сюда потихонечку. Давайте, вантапчиком. Что? Кто-то сказал, ложись. Ты что тут делаешь? Это restricted area, как говорится. Патрончики. Блин, уже подошли, ты понял? Внешний щит не отключается, а вот наши союзники еще как. Меня никто там не попробует поиметь, пока я... А, кстати, это ж все, да? А чё? Не работает поле, работай дальше. Вот так. А все еще рано. И этот пустой. И менты уже тут. Алекс, у меня кончаются патроны. Патроны кончаются, а враги нет. О, это мощные. Подожди чуть-чуть. У нас проблемы. У обоих причем. Ты что, сильно живучий, что ли? А? В смысле, я в тебя попал из револьвера? Я умер. Давай, Кордон. Ты очень долго думаешь, Алекс. А наши ребята очень долго... Очень долго были мертвые. Да твою. Алекс, тебя тут сейчас врежут. Опять валят уже. Заряжай меня полностью, детка. Четыре. Там еще кто-то. Четыре, да. Там сколько? Двое? Стоп, уже кто-то подошел? Да, три выстрела? Ты угораешь? Ложись, пожалуйста. Отлично, защита снята. Возьми гравипушку, Гордон. Да ты прикалываешься? Внутренний щит. Да заткнись. Ты что тут делаешь? Норм тебе, Алекс, а? Норм, я вижу. Мне не очень, а вот тебе вообще ништяк. Потом бежит. Твою мать. Я сейчас пока дозаряжаюсь, тут они уже прибегут в упор почти. Хотя, знаете, я вот так вот сделаю. Че вот так? Патроны кончились, ты понял? Да я еще и не попадаю, боже. Использовал. Спаси меня, пожалуйста. О, они ваншотятся. Валим, Алекс, валим. Беги, не оглядывайся. И меня не забудь. Ты закрыл ворота? Барни должен быть на той стороне этого канала. Охренеть, Алекс. Вон там, да? А я вижу, вот он. А я? Жди меня здесь. Вот это мне сейчас вообще не нравится. Слушай, у меня кончаются и патроны, и чуть-чуть здоровья тоже. Там есть бутылка.
это именно то, что мне сейчас поможет, и я ее разбил. Нормально, ассасинчик пошел. Ты вообще за вертикальную стену цепляешься, да, там, норм. За стекло. Что, она мне скинет кого-то очень большого в этот провал? Разлом. Или мне надо будет спуститься и идти куда-нибудь? Топ-пачки. Вангую, тут есть хилки. Похоже, мы можем пробраться внизу. Вон там. Пойдем здесь. Я уже сказал. Чего у тебя? Беги, уходи отсюда. А внизу вот здесь это где? Вот тут? Ну ладно, я убежал, ушел отсюда. Блин, вот эти неубиваемые чуваки. В смысле, открой. А, это вот так. Я понял, это... А, это можно рукой вообще. Можно манхэками сбивать друг друга. Нет, стой, я вот этого поймать хотел. ХПшечки есть? А если найду? А мне, кстати, наверх, походу. Типа вот так. Как-то вот так. Открой мне проход. Нормально, они ваншотнулись. Прямо вау. А кто давно не получал решеточкой? Смотри, тут я. А вот тут ты. А тут мужик валяется. Собью ведерком. Собью ведерком, не подходи. Реально сбил. Остальных ждет. А, в смысле? Нормально. Правда, зомби слышу, мне это не нравится. Тут есть что? Или мне сюда не надо? Выпусти меня. Ладно, я пригнусь. Но только потому, что я сам так захотел, понял? Опа. Че это? А, понял. Да вы шутите. Резкий какой, у меня патроны сейчас кончатся, по тебе стрелять. Да сколько вас там? А можно не надо, да? Нет, стреля. А, в смысле, что меня застопило? Стреляй по зомбачку, меня тут нету. Меня тут нету. Меня сюда, и я закрою дверь за собой. Фу, он тут один. А, это просто вот комната. Тоник на меня падает. Фух, я испугался. Мне туда, да? Ну, как-нибудь так, чтобы при этом не убиться, да? Или мне вот сюда, на средненькую? Ну, давай хотя бы ты будешь умирать с первого раза. Круто.
Да, мне все-таки сюда. Не вниз. Вот тут есть труба. Такая сексуальная. Я хочу по ней спуститься. А, боже, тут есть лестница. Тихо, сейчас мне еще запрыгнуть куда надо. Блять. Ладно. Все? Все. И дальше я типа должен сигать туда, да? Мне одному кажется, это плохой идеей. Ну и сделаю вот так. Потом сделаю то, что они хотят. Да, это была плохая идея. Тогда что? Все-таки куда-то сюда. Откуда, кстати, эти парни пришли, если тут все перекрыто? Походу я понял. Как ловко не заперлись с обратной стороны, когда вошли. Куда стрелять? Ё-моё. Это ядовитый. А это уже нет. Пока. Ну что, даже пушки из тебя не выпадет? Вот, выпало. Что-нибудь еще? Нет. И эта сопля уже обратно спустилась. А мне вниз, да? Еще одна плохая идея на сегодня. О, со мной пулелёк. Эй, братан, ты один остался? Да выйди ты. Нее, целый один хп. Это было радио Альянса. Твою. Это еще мои гранаты шедевральные. Ну откинься, мать твою. Не забери с собой всех этих тварей. Я хочу сгонять наверх. Мне кажется, что эта дорога пойдет далеко. Ну а это, судя по всему, еще дальше. Ладно, пошли посмотрим, что у нас тут. Обломишься. Ну, патрончики подсыпало. Я, наверное, мог не париться с ним, а пробежать мимо и залететь туда, все залутать и потом перепрыгнуть обратно, но... Я думаю, в любом случае, мне бы так было спокойнее. Блин, да, есть, вон он. Эта штука взорвется? Нет. Твою! Чё ты там поломал? Как же я не люблю эти катакомбы. Вообще-то мне нравится в замкнутых пространствах, я в них чувствую себя как-то спокойнее, чем на открытой местности. Но, блин, это неправильные замкнутые пространства.
А я уже свалил. Жестко вы меня. А это откуда прилетело? А если вот эту взорву, то чё? Ничего, я понял. О! Тебе не повезло, что у меня много болтов на эту пушку. Стой смирно. Стой смирно, я сделаю все быстро. Вот так, например. Целый один хп сняли, ты посмотри. Так, и чё? Пау! А, и потом мне надо будет сесть на неё, и она повезет меня обратно точно так же полчаса. И в этот момент меня со всех сторон будут пытаться убить, конечно. Упало мясо. А я могу тебя остановить раньше времени? А, нет, это либо туда, либо сюда, я понял. Это типа... Ты чё встал? Он как-то раскачивается из-за того, что я его назад дернул. Вот эту штуку надо будет сейчас поставить ровно, вот эти три штуки, и собрать из них какой-нибудь уголок, типа укрытие. И можно еще бочек поднатаскать. Блин, блядь, не та кнопка. Только не красных. Чтобы мне было посподручнее. Да, давай, дай пожонглирую. Опа. Вот так. Не падаем. Ладно, я пока этой пожонглирую. Так, теперь ты встанешь вот в этом углу. Дай сюда. Раз. Ой, красиво. Стоишь ровненько. Встанешь вот тут. Встанешь вот тут. И вот так. Сейчас я пойду похиляюсь. Возьму себе пару сувениров в дорогу. Не можно ехать. Жаль, что я пятую бочку выбросил. Откуда? Мне, кстати, вот этот вот пушка, вот этот автомат, импульсная винтовка, очень напоминает пулемет стационарный. Все, кстати говоря, приехали. Наша остановочка. Да, теперь. Понял. Тихо, тихо, тихо. Думаешь, самый меткий? Ладно. Полезно. Воу-воу-воу! Суперударами стали. Это белые? Они же жестче. А я пока еще не сильно жестче. У меня даже пушки толковой пока нету. Только вот эта стандартная. Мне надо сюда как-то залезть, да? А как? Или туда как-то залезть. Главное не рухнуть отсюда. Вот что мне надо. Это специально для меня, да, чтобы мне было проще. Я понимаю, ты добро сделал, теперь надо настрелять. Конечно. Молчи там. А я не долажу. В смысле? Эта штука меня сейчас снимет отсюда. Стой! Уехал, падла. Тихо, тихо. Открой рот.
Так, а и вот тут что ли залезть или где, я не понимаю. Ну, увез он эту штуку обратно. Что дальше? Станешь? Встал. Так, ну-ка давайте как переедем вот сюда. Хотя какой смысл? Ну ты прикалываешься. И чё, сверху эта штука никак не контролируется. Правильно я ведь понял? А, можно сделать вот так. И вот отсюда я уже пролезу, да. Мерзкий ангар. Он просто огромный. По тебе всегда палят откуда-то сверху, где бы ты ни был. Где бы ты ни был, всегда есть место повыше. Лежать. Лежать. В смысле, я же сказал лежать. Ты с первого раза не понимаешь? Это откуда? Патрончики-то кончаются. Уволен. Уволен. И мне очень нравятся ваши пушки. И мне очень нравятся ваши мины. Вылазь давай. Ну и куда мы вылезли? Из очередной канализации. Привет. Парни сказал бы в пути. Я серый снайпер. Он в ангаре лежат земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Ушевеливайтесь. Ой. А по мне не попадешь, я не владею. Эта штука там сзади подходит еще, да? Опа, видал я Нео. Опа, видал. Опа. Я сама непредсказуемость. Ой. Кто-то тоже садит. Ты умер? Я надеюсь, мне в эту сторону. Что, кстати, нифига не правда. Черт. Давай, падай сюда. Откуда? Кто там еще смелый остался? Черт, сказал он. О, гранатки. Какое удивительное совпадение. Здорово. Снайпер постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это будет. Вперед, примем. Примен, вперед, прим. Ты что, охренел? Ты что, охренел? Блин, вторую тоже пристрелил. Не учили тебя в детстве, что в девушек нельзя стрелять? Твою. Твою. Отошел. Да, отвали ты. Да, сейчас, подожди. Я не думаю, что ты тут недавно повис. Где он свит? Он откуда-то кричал. Так, фонарик назовите. Это не ты кричал, я надеюсь. Отсюда кто-то. Помогите! Мы думали, тут будет безопаснее. Мы и не подозреваем, что это. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще... Куда он пожарит? Базар. О, есть здесь. Ой, как много чуваков. Ой-ой-ой, полегче.
Без лишнюю агрессию можно получить поебало монтировкой. Так, ты мне сейчас фонарик посадишь, давай-ка аккуратненько. Вот так. Откуда он базарил? Мне показалось, откуда-то отсюда, но тут нифига нету. Мана! Мама! Ну ладно, нормально. Прикольно, я отсюда пришел. О, постреляй за меня. Да не ты. Ну ты меткий, конечно. По этим овощам попасть не можешь. Все, он ушел, ты понял? Он прошел мимо тебя. Что ты за снайпер такой? Даже зомби мимо тебя прошел. Чего же говорить о великом и ужасном Гордоне Фримене? Стреляй. Как забайтить его на выстрел? Ауч! А поебало. Попал? Попал. Что, наглеет еще кто-нибудь? Я застрял. Ладно. Сюда! Гордон, я не могу двигаться. Чертовы снайперы не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат, подобьемы! Да ты же не солдат, боже мой. Я же помню, ты охранник. Ты был охранником... Черные меди. Потом ты пришел в Сити 17 и стал охранником в Сити 17. Но ты, блин, не солдат, парни. Ну уж извини. Так, это он один тут был, да? Черт его, снайперы не дают мне высунуться. А, вот эту хрень может не давать высунуться, а снайперы нет. Ну, хотя ладно. Апелляция принята. Гордон, сними этих снайперов! Привет, теперь мы заперты тут вдвоем. Гордон, ты доволен? Гранаты! Успокойся! Я знаю, что делаю. Я не такой, как ты. Хорошо, спасибо. Ты завис? Возгасайте! Тебе конец! Прям как в старые времена, а, Гордон? Ты про черную мезу, да? Че там остался? Кто-то еще ползает? Видишь, птицу. Ты птицу тоже убьешь? Нет, тогда я убью. Бедная птичка. Она оказалась не в то время, не в том месте. А, ну теперь у меня есть бессмертный напарник с хорошей пушкой. Меня это не может не радовать. Только через огонь я не пойду, пожалуй. Сюда! Слушай, а у тебя нет знакомого медика где-нибудь на районе? Мне бы, знаешь, не помешал. Подходим к цитадели потихонечку, кстати. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Ты слушал, Мюнхен? Вот это мне сейчас вообще не нравится. Кто тебя преследует? Мина? Я вижу мину. Эй, вот еще. О. Кто тебя преследует? Кошка? Которую ты оставил... Которую ты оставил дома, когда началась война. Еще может мяукать. Какие-то звуки еще пес издавал. Вообще мне не нравятся эти красные бочки там в таком количестве. Дай-ка я разберусь с ними побыстренько. А! Тихо-тихо, парни! На, еще и прикрой меня, ты угораешь? Отвали. Ой, не та кнопочка. Да что такое, блядь, не та кнопочка. Хотел вот эту выхватить. Ого. Огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. На крышу лезем, значит, я не прослушал, правда, зачем. Но кто-то там кого-то подавляет на крыше.
Нифига себе. Нексус. Нексус. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих. Логично. Куда ты? Ты тоже как Алекс? У тебя есть какая-то детектор Велес ваншотный? А, нет, здесь ваншотный палец. Это круче, я согласен. Блять. Она еще стреляет? Офигеть. Ребят, я, кажется, случайно начал движуху. Сейчас вы все умрете. Ну, мы с Барни, может быть, нет. Потому что он бессмертный, а я главный герой. А вот вы три чувака и один... среди которых один медик. Вы отъедете первые. Что за пиздец? Что за пиздец? А? Я говорю с вами. Это вот это ты называешь устройство подавления? Ладно, я увидел, что мне куда-то вниз. Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если... Ага. Хоба! А, нет, не сюда. Не блочь. Все в ажуре. Снова мимо. Вау-вау-вау-вау. Нужно отключить ее изнутри. А ты не можешь заодно сказать, как мы случайно попадем внутрь? Устройство подавления как-то очень жестко подавляет, по-моему. Да твою! Пацаны, заходите. Тут движуха. Один. Спасибо. Где эта мортира? Внутри где-то. Так. Грех не сохраниться в таком плотненьком месте. Полетели. Братан, я конфискую этот бункер. Теперь он принадлежит сопротивлению. Вы... О, они разбегаются от залпа этой мортиры, кстати говоря. Они неожиданно поумнели. А вот во мне здравого смысла не прибавилось. Че это? Пушки! Жаль, что они мне не нужны. Чуть-чуть я не успел, братан, извини. Вот знаете, лучше, мне кажется, вот с этой. Поспокойнее будет. Все еще стреляет? А, нет, там уже стреляют другие парни. Че это дверь вышибло? Ух, ё, там белые чуваки. Правда, белые чуваки. А, отойди, пожалуйста. Блять. Ну, конечно, из всей толпы помрет именно медик. Мог бы направить сомневающихся. Кто там умничает? К истине, предпочел для себя путь неразрушения. Пошел. Не заблуждайте. Так, и чё? Мы начали не научную революцию. В смысле? Я войти не могу тут нигде. Человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу пройти. Он там ко мне обращается? Мы, кстати, вошли в какую-то мэрию, походу, или что-то того. Сейчас. Это вы топаете, да? Ого, скример, не смотри на меня так. И сейчас мы снимаем почти ровно час, поэтому давайте-ка здесь мы именно сохранимся. Сохранимся. Что я сделал? Я нажал загрузка. Ну ладно, не страшно. Короче, сохранение тут есть. Это главное. Мэрию будем зачищать в следующей серии. Ты все еще пелешь... Боже, ты еще ближе. Не подходи ко мне, ты меня пугаешь.
Мэри будем защищать в следующей серии. Адьос.